В прошлом году в Славянске на Кубани была построена новая школа, и буквально сразу же возник вопрос подъезда к учебному заведению. Необходимо было отремонтировать две дороги, ведущие к школе. Улицу Щерса городской администрации удалось сделать в прошлом году. В этом приступили к ремонту улицы Казачьей. Вот уже несколько дней на улице Казачьей кипит работа. Здесь проводится капитальный ремонт дороги. Работы проводят комплексно. Строится ливневая канализация, меняются водопропускные трубы и линии связи. Тротуары спроектированы по обеим сторонам дороги. Уже установлены бордюры. Добавятся пешеходные ограждения. Будут установлены дорожные знаки и специальные мигающие светофоры с желтым сигналом. Появятся опоры уличного освещения. Протяженность участка составляет около полукилометра. Общей стоимостью 23 миллиона рублей. Реализовать столь затратный проект стало возможным благодаря поддержке краевой администрации. В прошлом году была сделана улица Щерса. В этом году по программе развития краевых дорог выполняется строительство улицы Казачьей. Значит, стоимость проекта 23 миллиона. Выполняет подрядчик Славянская ДРСУ. Финансирование совместное. 95% краевая администрация, 5% Славянское городское поселение. Завершить капитальный ремонт участка по улице Казачьей планируется к концу года. Сейчас подрядной организацией ДРСУ «Славянская» ведется интенсивное строительство улицы. Работают несколько бригад и различная техника. Жители города очень ждут новую дорогу. Она разгрузит транспортный поток в районе Северного парка. А дети смогут ходить в школу с комфортом по благоустроенным тротуарам. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуга, программа «События».